Здравствуйте. О событиях минувших выходных и сегодняшнего дня вам расскажут корреспонденты информационной службы телекомпании «Альметьевск ТВ». В студии Эдуард Прокопьев. Сегодня в программе. Какое будущее ждет сельские поселения, решают сами жители. В Альметьевском районе прошел референдум по вопросам самообложения граждан. На собранные деньги сделанная работа, она будет оправдывать себя, и люди будут относиться более бережливые. Для тех, кто находится в поиске, в Альметьевске выставка «Роу-шоу. Мой город, мой талант». Мы хотим показать и объяснить, что сегодня вовсе не обязательно уезжать в соседние регионы для того, чтобы самореализоваться. На несколько дней Альметьевск стал теннисной столицей страны. Чтобы подтвердить или доказать звание сильнейших, в Нефтеград приехали теннисисты со всей России. Мы этот турнир будем традиционно проводить и в последующие годы. Более 6500 школьников отдохнут этим летом в детских лагерях Альметьевского района. Об этом было сказано сегодня на общегородской планерке, которую провел руководитель исполкома района Айрат Хайрулин. На выполнение программы района по организации детского отдыха из бюджета республики выделено более 25 миллионов рублей. Альметьевскому муниципальному району, Министерством финансов и Министерством по делам молодежи и спорта Республики Татарстан заключено трехстороннее соглашение о предоставлении субсидий из бюджета республики. Всего на выполнение программы района выделены денежные средства из бюджета республики в объеме 25 миллионов 743 тысячи рублей. Что касается отдыха в лагерях, организованных образовательными организациями с дневным пребыванием обучающихся, бюджетом республики было выделено более 8 миллионов рублей. Это позволит оплатить 85% стоимости одной путевки. 15% стоимости путевки оплатят родители. Это 432 рубля. На планерке представители компании «Татнефть» вручили администрации района сертификат на оздоровление детей и работников бюджетной сферы в детских лагерях компании «Татнефть» на сумму 361 тысяча рублей. В первую очередь, что те средства, которые «Татнефть» выделяет, для тех малоимущих граждан, для тех работников бюджетной сферы, которые не имеют не столь значительную заработную плату, имели возможность направить своего ребенка, согласно тем средствам, которые «Татнефть» выделяет, те детские лагеря, которые, наверное, на самом высоком уровне, даже можно сказать, что эти лагеря одни из самых лучших в России. Места отдыха прошли проверку на соответствие санитарно-гигиеническим противопожарным нормам. В загородных лагерях проведена дератизация и дезинфекция. Также у школьников будет возможность трудоустроиться на летний период. В завершении совещания Айрат Хайрулин поручил представителям управления образования быть крайне внимательными в организации перевозок детей, чтобы не повторить трагедии, произошедшие в Нижегородской области. Напомним, что попавший в ДТП автобус перевозил детей из Татарстана. Также на планерке были подведены итоги референдума по самообложению граждан. Накануне они прошли во всех селах Альметьевского района. На местных референдумах жителям предстояло решить, согласны ли они на самообложение. Как прошел важный и ответственный день в селах и что необычного было в нем, расскажет Елена Марданшина. На избирательном участке села Минибаева уже затишье. Отдать свой голос за или против самообложения приходили пораньше, с самого утра, рассказывают члены комиссии. Впрочем, из опыта прошлого года здесь ждут еще одну волну избирателей к вечеру. Ведь у сельчан с началом жаркой поры хлопот немало. Работа в огороде, дома и по хозяйству. Но, тем не менее, на местный референдум идут все, чтобы выразить свое мнение. Население села Минибаева, оно очень дружное. И, в принципе, согласны за проведение этого референдума. Думаю, что очень правильное это решение. Думаю, что на собранные деньги сделанная работа, она будет оправдывать себя, и люди будут относиться более бережливые, так как человек, когда свои деньги вносит в определенную работу, он будет бережно относиться к этой работе. В прошлом году отдали свой голос за сбор денег большинство жителей села Минибаева. Так удалось собрать 210 тысяч рублей. К этой сумме поступило более 800 тысяч рублей из республиканского бюджета. На деньги было решено восстановить мосты на улицах Речная и Фатиха Кареми. Мост находится в аварийном состоянии. Планируем начало ремонта этого моста вторая половина июня. По срокам проведения работы это в течение 3 недель. Построена на народные деньги и эта дорога станции Минибаева. О ней сельчане просили не один год. И только с возрождением практики самообложения удалось найти деньги на строительство.
Вместе с республиканскими субсидиями вышло около 500 тысяч рублей. И сегодня жители также идут на референдум, потому что знают, проблем на селе еще немало. И решать их сообща легче и надежнее. А отказываясь от сбора денег, сельчане лишают себя и четырехкратной поддержки республики. Сюда нужно, вот посадку деревьев надо обязательно, думаю, это все-таки озеленение – это большой плюс. Потом у нас вот дороги нет по перевилку шоссейные. Это, там несколько домов не пройти тоже. Тоже сколько обращались, но там нет еще. Ну, хоть ладно, потихоньку начали работу. Всего в Альметьевском районе приняло участие на референдуме по самообложению почти 16 тысяч человек. Явка жителей составила более 72,5%. Проголосовало за более 90% всего населения. Для сравнения скажу, что в 2014 году явка избирателей составила 67,6%, за проголосовало 84,3%. Сельские поселения, обеспечившие наибольшую явку, это Багряш-Никольская, Печатовская, Васильевская, они дали более 90%. Добавим также, что референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняли участие больше половины всех жителей поселения. Решение считается принятым, если за него проголосовали более 50% участников референдума. По итогам одного дня его проведения референдум состоялся во всех селах. Теперь в них начнется сбор средств. И здесь люди должны понимать, чем скорее будут уплачены взносы, тем скорее поступят деньги из бюджета республики. А значит, скорее можно будет направить их на решение конкретных проблем. В этот же день сельчане и городские гости стали свидетелями необычного яркого зрелища. По улицам проехала праздничная повозка в сопровождении нарядных юношей и девушек. Обычай Байрам-Жию – это сбор на праздник, предвещает завершение посевных работ и скорое празднование всеми любимого народного праздника Сабантуй. Елена Марданшина, Эдуард Прокопьев, Альметьевск ТВ. Альметьевск стал четвертой площадкой уникального проекта «Экспо Роудшоу. Мой город. Мой талант». Он реализуется в рамках государственной программы «Стратегическое управление талантами в республике». Участниками роудшоу стали около 1000 молодых людей от 12 до 30 лет, а также 36 экспонентов, ведущие предприятия, учебные заведения и организации города. Подробности в следующем сюжете. «Мой город, мой талант» – главная информационно-коммуникационная площадка государственной программы «Стратегическое управление талантами». Цель мероприятия – вовлечь молодежь, родителей, наставников, работодателей, экспертов в процессы развития интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи. В Татарстане уделяется большое внимание развитию инновационных проектов. Данная программа реализуется под патронажем президента Республики Татарстан. Эта программа направлена в первую очередь на молодежь, на людей активных, с активной жизненной позицией, но людей, которые хотят себя в чем-то проявить и хотят показать свой талант. Квест-экскурсия по экспо-выставке, мастер-классы с участием ведущих работодателей, профессиональные полигоны и профпробы – все это ожидало сегодня участников. В шести направлениях – наука, техника, социальное творчество, спорт, культура и искусство и предпринимательство – были представлены ведущие предприятия, учебные заведения и организации города, предлагающие широкие возможности для организации молодежи. Сегодня мы приехали к вам, чтобы показать детям, чтобы показать молодым талантам, какие возможности здесь, в вашем регионе, у них есть. Мы хотим показать и объяснить, что сегодня вовсе не обязательно уезжать в соседние регионы для того, чтобы самореализоваться. На самом деле у вас просто уйма возможностей для них. 1300 человек стали участниками сегодняшней выставки. Это школьники, студенты, их родители, наставники, эксперты. Алексею Заниеву выставка помогала убедиться в правильности выбора своей будущей профессии. Он учится в 10 классе. Уже сегодня задумывается пойти учиться на кинорежиссера. Вот лично для себя я сделал то, что командность и эффективность вот работы, то, что командно, именно из этого создается успех какой-то общий. То есть для меня не важны какие-то личные качества человека, то, что человек персонально что-то умеет. Для меня именно важна команда. Я это... Также мне понравилось, мужчина рассказывал про робота, про то, как их делают, как им управляют. Это, по-моему, очень интересно, когда в руках держишь маленький пульт и управляешь роботом. Впрочем, не только посетители, но и организаторы остались довольны результатом работы. Для них главное – заинтересованные лица ребят. Мы видим, что экспоненты держат внимание, действительно могут интересно подать, вкусно подать профессию. Там есть ребята, которые сидят, действительно варят, сварщиками пробуют себя, пробуют... лепят от самолетики в инженерии. Где... Все участники передвижной выставки смогут увидеть себя в видеоролике уже завтра на сайте Казанского открытого университета талантов.
Алсу Гатаулина, Илькам Ахмедзянов, Альметьевск ТВ. В этом году 25 человек получат дипломы о среднем мусульманском образовании. В Альметьевском исламском медресе обучаются шакирды из разных регионов. Здесь они на протяжении 3 лет изучают не только основы религии, но и светские науки. Накануне в молодежном центре с участием муфтия Татарстана Камиля Хазрата Самигулина состоялся выпускной. Подробнее в материале Алсу Гатаулиной. Альметьевское исламское медресе имени Резиддина Фахридина в этом году выпускает 25 шакирдов. В 15-й выпуск 14 мужчин и 11 женщин получат диплом о среднем мусульманском образовании. Среди них и Зайнаб Ярулина. Она единственная из выпускников знает Коран наизусть. Дай Бог, каждому из нас так радостно получать дипломы. Ведь диплом является новой ступенью в жизни человека. На этом не останавливайтесь. Продолжайте учебу. В Альметьевском медресе азы ислама изучают жители различных регионов России и ближнего зарубежья. Просто здесь основа брать религиозные знания, а дальше уже по намерениям можно в институт поступать, можно дальше религиозно. Но здесь обязательно надо основу брать. Для изучения основ ислама студентам созданы все условия. Во время обучения они живут в общежитии, питаются в уютной столовой медресе. Здесь же они получают полноценное образование. Кроме религиозных дисциплин, успешно преподаются основы психологии и педагогики, а также организовано обучение информатике и работе на компьютере. В медресе я научилась, как правильно себя должна вести мусульманка, какой она должна быть. И меня там научили очень много. Также в этот праздничный день не остались без внимания педагоги медресе, повара, технички. Они были отмечены благодарственными письмами за активное участие в жизни медресе и добросовестное отношение к работе. Преподаватели уверены, что их студенты в дальнейшем продолжат свое обучение религии уже в высших мусульманских учебных заведениях. Женщины-выпускницы медресе будут передавать полученные знания своим детям и внукам. Алсу Гатаулина, Эдуард Прокопьев, Альметьевск ТВ. И в продолжении темы. С сентября этого года в Альметьевском среднем медресе имени Резаедина Бине Фахридина будут введены новые образовательные стандарты. Ход подготовки к введениям общих стандартов мусульманского образования в этот же день обсудили руководитель исполнительного комитета Айрат Хайрулин и муфти республики Камиль Хазрат Самигулин. Также на встрече обсуждался вопрос взаимодействия муниципального органа с местным мухтасибатом, его поддержка, а также функционирование мечетей в районе. Речь шла и о возрождении традиционных исламских ценностей и укреплении межконфессионального согласия. Лето – время, когда чаще всего случаются квартирные кражи. По словам сотрудников полиции Альметьевска, в сезон отпусков злоумышленники выходят на так называемую «воровскую разведку». То есть они следят за домами и квартирами, где по несколько дней не горит свет или не работают электросчетчики в подъезде. После этого, как рассказали полицейские, в большинстве случаев иногородние воры подбирают ключи и вскрывают двери. Альметьевские же проникают в жилье через открытые форточки или балкон и выносят ценные вещи – деньги, драгоценности, оборудование. Бдительность и осторожность помогут хозяевам сохранить имущество. Не оставляют открытыми форточки, балконные двери, устанавливают хорошие замки, двойные замки. Когда будете уезжать на длительные отпуска, чтобы соседи, близкие, чтобы посмотрели за ваши квартиры. В настоящее время есть возможность материально-технической базы установить самые надежные охранные сигнализации, охранно-пожарные сигнализации и сдать на любую отдельную охрану и любое частное охранное предприятие. В воскресенье вечером на улице Советской произошла трагедия. По предварительной версии автоинспекторов, 27-летний водитель за рулем автомобиля «Део Нексия» превысил скорость, поэтому не успел среагировать на пешехода, который неожиданно появился на проезжей части. Как рассказал автомобилист, 33-летний мужчина переходил дорогу не по пешеходному переходу. Прибывшие на место происшествия врачи ничем не смогли помочь пострадавшему, травмы были несовместимы с жизнью.
Еще одна информация. Жители Альметьевска и Альметьевского района смогут получить бесплатную консультацию по всем вопросам доступности и качества медицинской помощи. 29 мая с 10 часов до 17 часов в Татарстане будет работать горячая телефонная линия. Телефоны горячей линии вы видите на своих экранах. К новостям спорта. В Альметьевске стартовал всероссийский детский турнир по теннису на Кубок главы Альметьевского района. Турнир пользуется популярностью не только у юных татарстанских спортсменов, но и российских. По мнению теннисистов, это своеобразная ступень в спортивной карьере, которая приведет их к более значимым победам. Сильнейшие ракетки России среди детей приехали в Нефтеград. Здесь проходит всероссийский турнир по теннису на Кубок главы Альметьевского района. За кубок сыграют 80 спортсменов из 14 городов. Руководитель исполкома Айрат Хайрулин пообещал, что этот турнир станет традиционным. И важно, что мы можем эти турниры проводить. Мы можем эти турниры проводить на самом высоком организационном уровне. Поэтому вам хочу пожелать спортивных побед, что вы доказали свое спортивное мастерство, могли приехать в город Альметьевск. Я обращаюсь к нашим гостям из других городов. И следующий год мы этот турнир будем традиционно проводить и в последующие годы. Не первый год на турнир приезжает теннисистка из Оренбурга. Каждый раз Татьяна Мышенкова оказывается в числе финалистов. Но стать обладательницей кубка у нее никогда не получалось. Она надеется, что этот год станет переломным в ее спортивной карьере. В планах у девушки одержать победу в турнире «Большого шлема» и Олимпийских играх, как это сделала известная российская теннисистка Мария Шарапова. Наверное, как Мария Шарапова. Мне кажется, она много всего проделала, чтобы добиться такого успеха. И если я буду так же стараться, то у меня все получится. Теннисисты до начала турнира присматриваются к своим соперникам, оценивают слабые и сильные стороны. С некоторыми они встречаются на корте уже не первый раз, как это было с Аделем Гарифуллиным и его другом из Альметьевска. По мнению спортсмена, они друзья только в жизни, на корте соперники. У меня самый сильный соперник здесь мой друг, почти лучший. Занимаюсь с ним тоже 8 лет. Вот хочу с ним в финале встретиться. Три раза встречались, я выигрывал. Все три раза. Подтвердить титул сильнейшей теннисистки приехала и победительница прошлого турнира, спортсменка из Ижевска Полина Черкова. По признанию девочки, в 2014-м победный финал дался ей довольно легко. Она не оставила шансов, соперница. Здесь я занимала первое место. Мой соперник в финале был Борисовна Виолетта. Я ее выиграла легко почти. Трудностей мне особо не предоставило. Турнир продлится до 29 мая. Понаблюдать за спортивным противостоянием теннисистов могут все желающие. Ольга Степанова, Эдуард Прокопьев, Альметьевск ТВ. На этом у нас все. Эти и другие новости вы можете увидеть на нашем официальном сайте almetisk.defistru.ru. В студии для вас работал Эдуард Прокопьев. До встречи завтра в это же время на телеканале «Пятница Альметьевск».